У каждого из нас есть своя мечта, и каждый из нас идет к ней. Я мечтала жить в теплой стране, под красивым и огромным солнцем. И я мечтала. Но наркотик меня обманул. Одиночество, нищета и в итоге ранняя смерть. Вот что ожидает потенциального наркомана. Фильмы о беспощадной правде – лучшее средство профилактики от пагубных привычек. Хотя занятия современными танцами и модным ныне битбоксом тоже неплохо работают. Когда молодежь занята, у нее нет времени прожигать свою жизнь. По последним статистикам, сегодня огромное количество молодежи и подростков столкнулись с этой проблемой употребления и последствий. То есть наша организация приняла такое решение, что мы будем проводить сегодня и предлагать сегодня молодежи альтернативу через такие мероприятия этим пагубным привычкам, через творчество, спорт. Спасибо, нет. Именно так, по мнению организаторов одноименной акции молодежи, следует отвечать на предложение попробовать табак, алкоголь или наркотики. Студенты колледжа связи ПГАТИ свои выводы из встречи с активистами сделали. Любой допинг влияет негативно на твой организм. Поэтому завязывать нужно или не начинать. По статистике, возраст приобщения молодежи к различного вида допингу снижается с каждым годом, поэтому для борьбы с вредными привычками хороши буквально все средства. Андрей Трой, Дмитрий Мешканцов, События.